Нет. Нет ни одного на свете человека, который бы видел вирус иммунодефицита человека. Инфекции нету. Нету. ВИЧа нет. Людей вводят в состояние шока и стресса, утверждая, что у них ВИЧ, это абсолютно ненаучно. СПИД возникает от четырех причин. Первое – стресс. Вторая – депрессия. Третье – разрушение прививками и иммунитета человека. И четвертое – внешняя интоксикация. Инкубационный период иногда длится 25 лет, и человек ничем не заболевает. Если он не лечится. Если лечится, то они добьют, конечно, иммунную систему.